Вифлееме в глубокой ночи, на соломе в пещере убогой, был Марией рожден Божий Сын на великую радость для многих. Он пришел, чтобы грешных спасать и избавить от ада мучений, от болезней людей исцелять, даровав им свое избавление. Скольким жизни Иисус подарил, никому не отказывал в просьбе, скольких хлебом людей накормил, потому что Он был Агнец Божий. И сегодня зовет Он к себе, кто рождественской вести поверит и преклонит колени в мольбе, Он откроет ему в небо дверь. Аминь.